Мечты сбываются у лебедей, живущих на озере в Сормовском парке. Долгожданное прибавление. Его ждали долгих 4 года и уже почти потеряли надежду, ведь в неволе лебеди размножаются крайне редко. Но в этом году у пары лебедей наконец-то родился первенец. Подробности у Александра Алешина. Кто родился у пары лебедей, мальчик или девочка, не знают даже сотрудники Сормовского парка. Да и чтобы увидеть малыша, нужно очень постараться и приглядеться. Настолько он маленький, серенький и постоянно держится в тени своих родителей. Ну, они всегда такого цвета рождаются, как гадкий утеночек. Но буквально через месяц он уже будет побольше, и через год он уже будет беленький. Лебеди последний раз они приносили потомство 4 года назад. Мы очень рады, конечно, мы ждали побольше потомства, но вот так получилось, хотя бы один. Холим-лелим его. Маленький он сначала, когда был он на гнезде, он с утробы матери питался, а сейчас он также берет и хлеб, и водоросли, и все. Мы каждый день ходим кормить лебедей. Пара подплыла, и там малыш. Мы покормили, и сегодня пришли покормить. Думаю, он все интересно, иногда он даже забывается, отплывает. Тут его родители сразу окружают и дают знать, что все-таки надо поаккуратнее себя вести. Они его не отпускают больше на метр из виду. Если какая-то птица подплывает водоплавающая, они обязательно защищают, распушаются. Других лебедей не подпускают ближе даже на расстоянии сетки, а мама неотступна со своим сыночком рядышком. Да, конечно, красивый. Когда они все маленькие, они все красивые. Да и когда большие, тоже красивые.